А сейчас новости спорта. В спортивном комплексе «Олимпиец» славянские юные легкоатлеты приняли участие в соревнованиях по прыжкам в высоту. В Славянском районе хорошо развивается легкая атлетика. Это еще раз продемонстрировали юные легкоатлеты в районных соревнованиях по прыжкам в высоту, которые прошли в спорткомплексе «Олимпиец». В них приняли участие 43 юноши и 20 девушек нескольких возрастных категорий, начиная с 2012 года рождения до 2006 года. Ребята постарались показать самые высокие для себя результаты, а по возможности и превзойти их. Что мне нравится, это высота. Я больше всего люблю прыгать в высоту. И главное, что на высоте не надо волноваться. Всегда все получится. Слушать своих тренеров. Участники состязаний из ДЮСШ номер 1 и спортшколы «Олимпиец» напряженно боролись за лидерство. По итогам соревнований были определены лучшие спортсмены во всех возрастных категориях.